Благодари Аллаха за оказанную тебе милость. Твоя сложная работа – мечта каждого безработного. Твой непослушный ребенок – мечта каждого бездетного. Твой маленький дом – мечта каждого бездомного. Твой небольшой капитал – мечта каждого должника. Твое неважное здоровье – мечта каждого больного неизлечимой болезнью. Твоя улыбка на лице – мечта каждого озабоченного проблемами. То, что Аллах скрывает твои грехи от глаз людей, мечта каждого опозоренного своими грехами. Твое спокойствие в сердце, твой спокойный сон, твоя доступная еда, мечта каждого, у кого в стране война. Аллах Всевышний говорит: «И если вы захотите посчитать милость Аллаха, оказанную вам, вы не сможете это сделать. Вот ваш Господь возвестил: если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжкие».